Народ, новая Гран-туризма. Ни слова больше, 3 часа назад вышло видео. Nothing but Thieves. Блин, очень круто, что их взяли на саундтрек. Оу, oh, е! Yeah! Как я вам благодарен, что вы открыли для меня эту группу в свое время. Умхайлик. Очень крутой саундтрек. Прям. Очень классно создает настроение. То есть я понимаю, что когда ты играешь в игру, Gran Turismo — это гоночки. Я обожаю машинки с детства. Я в 4-5 лет ходил, маме рассказывал про все проезжающие машины, чем E-класс от C-класса отличается и так далее. То есть, ну, у меня прям с детства вот это мальчишеское увлечение. И я думаю, что вот как в момент, когда ты играешь в игру, это будет супер заходить. Я человек, музыкальный вкус которого сформирован во многом саундтреком к Need for Speed Underground первой части. Все, как бы, ну, я не знаю, как описать себя точнее. То есть я представляю себе, как эта музыка звучит в главном меню Gran Turismo, и она прям как влетает туда сядет. Кто просит название, название в чате, я отправил. Ох, какие же они прекрасные. Вот это вот PlayStation было очень странное. Блин, ну это очень круто. То есть, мне очень нравится настроение, мне очень нравится то, как это подходит к темпу и к настроению игры. Потому что, ну, я не знаю, какая будет 7-я Gran Turismo, я играл в 6-ю на PlayStation с удовольствием. Это что, блядь, PlayStation покупать теперь?